уютный лагерь получился у поселка Прияр. Вот мы на такой красивой поляне. На щепочнице приготовили у нас сегодня на завтрак картошка, пюре с рыбными консервами. Рядом сосновый бор, прям с вековыми соснами уже. И внизу река Дон. Ну, здесь очень живописно. Мы прямо сидим, наслаждаемся. У нас здесь поломка случилась, консилиум технарей сидит. У Андрея лопнуло две спицы. Но восьмерка не пошла. Дима ремастер, Миша консультант ремастера. Пришлось снимать кассету. Спицы запасные мы возим и на 27-е, и на 26-е колеса. Ставим ротор на место, и все, ремонт произведен. На такую группу у нас реннабор весит 3,5 килограмма. Конечно, не все мы можем отремонтировать, но кое-что мы можем сделать в полевых условиях. Ну вот, мы и выезжаем на маршрут, снова на трассу. Недалеко совсем поселок Прияр. Ну, вроде бы, как он тупиковый. И там нам или снова по пескам катить, или снова по каким-то грязным дорогам. Но будем уже разведывать. У нас в этом году, получается, здесь разведывали маршрут. Но красиво же. Поэтому совсем не жалеем, что у нас такие дни разнообразные. Каждый день просто супер насыщен по красоте, по видам, по природе и по эмоциям. Вот показался поселок Прияр, сейчас будем местных спрашивать, опрашивать по дорогам, они же все-таки ездят там вдоль Дона на рыбалку. Думаю, прорвемся. Только въехали, здесь ребята замечательные, нам дали питьевой воды, чтобы мы не обсохли. И мы им вручаем такие медали за помощь путешественникам. Девочка с единорогами. Ну что, мы думали, будет хуже. А здесь песок с глиноземом, и он, в принципе, довольно-таки укатан, едется хорошо. И облака перед нами, едем среди полей пшеничных. Лесополосы густые, дороги. Вот представьте, два дня назад шли дожди, и она бы была просто непроходимая. Мы бы здесь не могли проехать, нам надо было объезжать. А сейчас это просто она превратилась в такой земляной бетон. Прекрасно катится. Сейчас уже где-то едем по таким дорогам, простор. Здесь такая своеобразная тоже красота. Сегодня еще воздух такой прохладненький. Совершенно комфортная температура, градусов 22, наверное, 23. Дышится полной грудью. Такие они красивые, российские просторы. Живописную балку здесь переехали. И у нас 10 минут привал. Что-то там щебечут руководители, что-то там с ребятами щебечут. Дальше продолжаем маршрут. Еще 5 километров таких дорог. Сегодня я дежурный, вот так у нас производится вывоз мусора. Это суженый завтрак, вот так у нас осталось. Приторочивается и везется до ближайшего населенного пункта мусорку. Люди, любите природу, и она вас будет любить. Да, Дима? Да. Шел какой-то день походы, и туристы уже прям вот дичают, вот на глазах дичают. Возле магазина здесь прям на песчаной дорожке. Сливается с природой на 100% уже. Дом культуры в поселке Березово. Несколько домов, там вообще буквально 20, наверное, 30 домов, но дом культуры прям красивый. Снова поломка здесь, снова техническая часть у нас собирается, техническая мысль. Ремонт багажника. Полевой ремонт, притянули багажник хомутом. Здесь еще деревянная. Ну, как говорят, из чего-то и палок. Это переключатель. Это переключатель. Ремонт произошел успешно. Едет от бабушки между деревнями на велосипеде. Мы ему тоже вручили медаль, он нам помог советами. Через мост безымянный. И вот мы, получается, проезжаем через речку. Да. Рассказал, где купать, а на вот речке есть. Проезжаем поселок Пески или Пески. Вот в стороне увидели такой храм заброшенный. Хотим посмотреть. Хорошо увидели, такое прям интересное сооружение. Ну как ее не остановиться, не посмотреть. Оно сейчас очень красиво смотрится, а когда оно было действующий храм, какое это было величественное сооружение. Ворота старинные такие, кованые, кованые петли на них. Дух старины. А как у вас поселок называется, Пески или Пески? Пески. Пески? Да. Почему? Дымки или возвышенности переводится название. Ага. У нас оно на холмах. А это что за храм? Тихонозадонский. Ну, прямо величественное сооружение. Очень красивый храм. Очень красивый, да. Спасибо. До свидания. Возле храма к нам вышла очень милая женщина. Прям рядом с храмом проживает. И этот храм, говорит, в мае месяце должны приехать консервировать. Он вроде бы как с виду заброшенный, но по выходным проходит служба. Он действующий. Трактор как какой-то космолет. Вот с КамАЗа его заправляют удобрениями, и он поедет распылять по полям. Такой, ух, космический корабль. Проехали Пески, приближаемся к поселку Лосево. Приближаемся максимально к трассе М4 Дон. Мы ее вроде бы как по плану сегодня должны пересечь и снова с левого берега переехать на правый берег.
Никита молодец. Вот мы ему вручили медаль за путешествие, потому что он нам помог на трассе, рассказал про магазины, рассказал про пляжи, пацаны, которые, правда, затоплены. Пацаны, вот у нас. Привет, пацаны. А сколько мы уже путешествуем? Мы уже 6 дней путешествуем. А вам тяжело это все? Тяжело, конечно. Не, ну как, мы привычные, мы же тренируемся. Я только видел, как там на речке плавают, а таких я прям не видел на берегах. На речке мы тоже плавали в прошлом году на байдарках. Песочек есть в этом затопило. Мы там еще на мостик едешь, там вот поворот такой есть направо, там я помню палтиком. Затопленные они, да, пляжи? Я не знаю, но там речка есть. Оттуда. Летом купаетесь, да, там? Да. Там, правда, зайти, там походу яма посередине какая-то большая прям есть. Угу. Лена набрала лепешек. Куда столько? Ого. Макалова. Лепешка на двоих, что ли? Да там столько макалова не будет. Солнышко жарит, у Димы такая система зарядки. Да. Здесь раз, и такой провод, пауэрбанк на 20 тысяч. Такой, пум-пум, все. Нет, тут главное, чтобы она вот так не болталась, иначе она быстро выйдет из строя. Так провода переломятся, все. Так она заряжает хуже, но заряжает. От всей души. Вы такие классные, общительные. Здоровские. Ну, не каждый день туриста видим. Да, не каждый день туриста видите. Классные ребята, такие общительные, молодцы. Ну, пацаны вообще такие открытые, такие любознательные, такие интересные. Прям вот приятно с ними общаться. Вроде бы маленькие, но такие классные. А вот такой тоже храм красивый в поселке Лосево. Тоже видно, что очень-очень старинный. Небольшой пробег по трассе М4 Дон, 13 километров, и уходим вправо в леса. Иногда на трассу тоже приходится выезжать ненадолго. Обочина здесь широкая, это очень приятно для велосипедистов. Трассы свернули вот направление деревня Бабки, Белогорье. Здесь снова пошли сосновые леса, асфальт идеального качества, просто ровный-ровный. Дорога вроде песчаная, но она проезжаемая, не зарывается велик. А запах, запах какой. Вот так мы приятно расположились сегодня на краю соснового леса. Здесь залив реки Дон. Сегодня искупались, вода прогрелась, уже нормально можно купаться. Готовим праздничный ужин, потому что сегодня у нас знаменательная дата. 5.05 мне 55 лет. У меня сегодня день рождения. Поэтому сейчас будем готовить праздничные блюда. Купили девочкам мартини, мальчикам чизана. Будем это дело отмечать. И праздничное блюдо я буду сегодня готовить лобио. Ребят, пора обедал. Лобио по своему фирменному рецепту. Ну, лобио, оно готовится по классике без мяса, но мы добавляем сюда мясо. Получается не хуже. Основной ингредиент это помидоры и фасоль. Ребята сходили за сушинами. Сейчас будем ставить тент. Потому что завтра ожидается дождь, мы хотим его предотвратить. Если тент натягиваешь, то значит дождя не будет точно. Что, совместными усилиями тент стоит. У нас такая вот передвижная беседка. А здесь девочки спрятались от комаров. Сейчас посмотрим, что они там делают. Вот это попали! Пока-то мы ставим тент, они здесь в картишке режутся. Хорошо. Комары просто атакуют. Адский ад. Мы в Карелии раз 10 были, там столько не было комаров, как здесь. Тем более в мае. Вот они, о, зверюги. Они нас поджидают здесь, смотри, о. А у нас уже поспевает лобио. Макалова. Я добавки Макалова. Можно мне на добавку оставить? Соберемся и скажем ему пару ласковых словечек. Этот человек живет рядом с нами уже много-много лет. Но до сих пор считается одним из самых загадочных на планете. Нас удивляют его привычки, образ жизни и то, как виртуозно он умеет манипулировать нами, людьми. Ученые спорят, кто кого приручил. Мы его или он нас? Конечно же, я говорю о майоре. Обаятельном, таинственном и невероятно полезном руководителе похода. И он, без сомнения, один из тех людей, которые для многих из нас изменили этот мир. Сегодня тот самый день, когда планета 55 лет назад открыла для себя его существование. Давайте поздравим его с юбилеем, пожелаем крепкого здоровья, удачной охоты на красивые места и прожить все свои 9 жизней насыщенно и в компании сородичей. Круто, спасибо. Давай, майорчик. Посмотрите, как забавно он чокается. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам и вам.
Спасибо, друзья, спасибо. А как довезли этот торт, я вообще не представляю. Это просто, спасибо, это просто подвиг. Подвиг. Еще от всех, от нас тебе тоже маленький презент. Которым ты сможешь распорядиться сам, как тебе надо, по твоим свириным делам. Триал-спорт 10 тысяч. Триал-спорт, жди меня, жди. 6 мая, 8 день похода. Что у нас там за окном? Ого, как сурово здесь. Все сурово, все в пуховках. Вчера было тепло, хорошо. Дежурный уже зовут на завтрак. А на небе он в свинцовой туче. 8 день похода сегодня. Мы стояли на Бабкинском заливе. Сейчас переезжаем через Дон по мосту. Заезжаем в Белогорье, едем смотреть монастырь. И дальше по горам в сторону Нижнего Карабута. Как слышно. Громко и четко. Выезжаем сейчас на трассу, и будет мост через реку Дон. Снова переезжаем на правый высокий берег. Сегодня проснулись, погода, облака как будто в Карелии, так сурово. Но солнце проглядывает такой периодами. Вроде бы дождь всю ночь шел, но не сильно размочило. Хорошее место здесь. Много мест для стоянок. Соснового леса, нету проблем с дровами. Ну, мы готовили только на щепочнице вчера. Сегодня будем ехать по местам, называемым Белогорье. А сосновые леса вон на том берегу остались, на левом. Там прям вот лесистая часть. Конечно, много сосновых лесов. Нас и свернули на Белогорский мужской монастырь. 6 километров до него. В городе Белогорье здесь много старинных таких домов. Мы одни проехали, несколько штук, вот еще один. Сейчас у местного жителя расспрашиваем по маршруту. Женя у нас такой спортсмен, что завтрак у него остается, он судочек кладет себе. Не тратит деньги на перекусы, на всякие магазины. Кто-то конфетки, а кто-то вот кашку утреннюю. Ну, каша была прям вкусная. Вкусненькая. Выехали с Белогорья, сейчас здесь на выезде родник. Набираем воды и дальше едем. Сейчас мы держим направление на мужской монастырь. Сегодня у нас небольшой пробег намечается. Мы хотим просто какое-то найти живописное место видовое. Поставить лагерь, отдохнуть, сделать дневочку. Ребята на роднике вон внизу. Вот так и рождаются реки. Вот это пополняет родник полноводнищий. Можно сказать, здесь зарождается река, которая впадает в Дон. Вот еще здесь из-под горы вытекает. Ну и все, естественно, в Дон течет. Поселочек интересный, кирпичи. Очень хорошее местечко, красивое, прямо на берегу. Много рыбаков. Можно поставить лагерь. Это прямо на въезде в поселке кирпичи. Пляжик, травянистая лужайка. Дорога здесь живописная. За подъемом показались купола мужского Белогорского монастыря. Подъемчик здесь знатный, 1-1. Ну, короткий, не тягунок. На входе в монастырь девочкам выдали юбочки. Вот они, такие красивые у нас сегодня. Мы планируем просто походить по территории монастыря, посмотреть природу. Ну и вид на Дон, наверное. На этом месте находилась усыпальница основателей пещер Воскресенского Белогорского мужского монастыря. То есть здесь есть внизу пещеры. Вот, собственно, вход пещеры. Вот сейчас мы подходим. Здесь видно, из какой породы состоят эти горы. Вот прям мелованные такие породы, прям вот мел. И вид на Дон, на левый берег, на леса вдали, деревушки. Вид, конечно, здоровский. Белогорский монастырь совсем небольшой. Основная достопримечательность – это пещера, вырублена в скальной меловой породе. Туда проводятся экскурсии бесплатные. Белогорские пещеры основаны в 1796 году. Общая протяженность более 995 метров. Объезжаем монастырь, и вот по грунтам. Всю ночь шел дождь, но уже подсохло, высохло идеально. И мы максимально по высокому берегу едем вдоль реки Дон. Ох, какие просторы открываются, ребятки. Группа замерла, остановилась. Но она замерла, наверное, из-за видов, из-за этого глубокого оврага, который нам каким-то образом нужно преодолеть. Вон, Миша пошел на разведку, как преодолеть нам вот этот овраг. Ну вот, мы хотим сегодня в таком месте заночевать. А вот цветет земляника, и очень ее много будет. Вот, прям земляничная поляна. Вот это все земляника, белые цветочки. Пойду ребятам посмотрю, что там. Скорее всего, мы здесь и останемся на ночевку. Сегодня, как я говорил, небольшой пробег у нас. О, и тут экскурсионный корабль. А здесь скалы, вот они, меловые скалы.
Вот как выглядят скалы Белогорья. Все, остаемся здесь ночевать, да? Руководитель сказал, остаемся здесь ночевать. Вот руководитель, Миша суровый такой. Решили прогуляться вниз, еще посмотреть. Здесь березки прям в милу растут. Подготовились на тяжелый день, проехали 10 километров, и нам говорят, стоянка еще и в таком красивом месте. Ура! Обживаем нашу полянку. Тут ребята приехали на скалах лазить, скалолазы, говорят, тоже лагерь будут становиться. Настя с Андреем ремонтируют палатку. Что делать? У нас потерялся люверс, и мы решили вшить туда шайбу. Вот это поворот. Смотрите, с ремнабора взяли шайбу и вшили, и получается вот замена люверса, который вырвало. Вот такой, чтобы вдевался люверс, здесь должен быть. Мне кажется, это будет вечно он здесь стоять. Да, скорее всего. Потому что нет ничего более постоянного, чем временное. Построили мы нашу замечательную стоянку, поставили палаточки. Очень тепло оделись, потому что вечером ожидается до плюс 2 температура ночью. Все поближе к костру, вот так уютно там уселись. Вон и город на горизонте. Вон, это город Павловск. Ночью он засветится разными огнями, будем на него смотреть с высоты птичьего полета. А на ужин у нас картошка вареная со скумбрией. Ням-ням-ням-ням. И салат витаминный. Из соседнего лагеря принесли нам чабреца. Здесь, оказывается, вот на склоне на этом растет чабрец. Будем сегодня чай с чабрецом пить. Мы им за это дали шоколадки. И, кстати, чабрец здесь совсем другой запах, не как у нас. Он такой свежелимонный запах. Вот свежелимонный. То есть свежесть какой-то горной травы и лимона. Попробуем сегодня, обязательно заварим. Идет. Не знаю, какой день похода. У нас сегодня заканчивается 8-й день похода, завтра 9-й, предзаключительный. Сидим на таком красивом месте. Там Дон, за нами Павловск. Стерты все дни, недели, все числа. Просто идет наслаждение каждым днем, каждым вечером у костра. Я считаю, что это главный признак того, что поход удался. Когда ты вообще не замечаешь хода дней, ночей, проживаешь каждую минуту такой, какая она есть. Что вам сказать по этому поводу? Поход, в общем и целом, получился хороший. Маршрут очень нетривиальный. Мне он сразу понравился, когда Сергей предложил мне поехать. Где-то какие-то горки, где-то по лесу продрались, где-то через бурелом, поломали пару велосипедов. Ну, это нормально в его походе, в принципе. Если организация правильно, поход всегда будет классный. Весело, прикольно. Когда поход хорошо спланирован, то потом просто в походе отдыхается, наслаждается эмоциями. Стартовали мы с города Воронежа, финишируя будем город Россыш. Много было удивительных мест, которые я не ожидала увидеть. Это сосновые леса, подобное, как в Карелии. Вообще фантастика. Это очень высокие берега Дона. По уровню сложности у нас бывали такие дни, которые ничем не уступают горному Крыму абсолютно. Все хорошо, очень спортивно, несмотря на то, что километраж очень, ну, довольно небольшой, да? Достаточно крутые подъемы и спуски. Каждый день он очень по эмоциям, по красотам, по природной какой-то разнообразию, очень насыщенный. Посмотрели на Ново-Воронежскую АЭС сдалека. Я рекомендовал бы сюда ехать, конечно, в сухое время года. Вроде бы мы едем вдоль реки, но мы в Дону вчера только искупались, и то в заливе. Потому что вода высокая, невозможно подойти, везде ил. Поэтому к Дону не выйдешь, не подойдешь. Как всегда, в походе мы очень вкусно кушаем. Поели очень вкусных авторских блюд из казана. Очень приятно, что все участники друг о друге заботятся, все друг друга чем-то угощают.
поддерживают. Это очень классно, что команда подбирается адекватных, интересных, активных людей, которые объединены желанием проехать красивый маршрут. Все понравилось. Спасибо организаторам. Очень круто. Этот поход, как и многие предыдущие, я считаю, что удался. Подписывайтесь на наш канал. У нас много интересных путешествий, много прекрасных эмоций. До новых встреч! Какой вид с палатки, посмотрите. Дежурные молодцы, приготовили вкусные у нас сосиски с гречкой. Завтракаем. Сегодня уже 9-й день похода. Здесь так прекрасно, что не хочется уезжать, но мы поедем все равно. Мы можем просто больше завтра проехать и сегодня здесь остаться. Но решили сменить локацию, может быть, там еще какая-то интересная будет стоянка. Утром мастер у нас проходит, проверяет на предмет спущенности все колеса, чтобы не получилось нам выезжать, а кто-то начинает только клеиться. Что она делает? Один из участников нашего похода выполняет асаны приветствия солнца, которое называется Сурья Намаскар. Помогает организму проснуться, растянуться мышцам, запустить кровообращение, наладить дыхание, успокоить мысли, настроиться на день. Надо всем делать. Второй год подряд мы путешествуем на майские праздники по Дону. В прошлом году это были байдарки, в этом году это велосипед. Что я могу сказать? В этом году устали побольше. Испытали все прелести походной жизни. У нас были и грязь, намотка, у нас был песок, у нас были горы, спуски, подъемы. У нас было дождь, было палящее солнце, обгорели носы, руки обгорели, пришлось покупать перчатки строительные, отрезать пальцы, чтобы дальше не подгорали ручки, так как я забыла велоперчатки. А еще тут много чабреца, который мы пили с чаем. А ночью мы наблюдали восход красной луны. Вот такое большое блюдце было. Вон там. Дон прекрасен. И с вело, и с байдарки. Хочу сказать я вам, как можно не влюбиться в такую красоту? Чувствую, что мы сюда приедем еще. Не знаю только, будут это байдарки или вело, но нам здесь быть. Сегодня нас ждет очень трудный день. Мы будем по горам, но с красивейшими видами. И будем залипать на каждой классной точке. Какой лизун. Кася. Катя? Кася. Кассиопея. Это взрослый уже? Нет, это малышня еще. Привет, зверь. Ну все, мы покидаем эту стоянку прекрасную. Нам так здесь понравилось. Пока группа еще остается у нас, Серега с Аленой. Они на день раньше уезжают в Россош. А мы едем дальше, уже в команде 10 человек. Поехали! У Юли такая зверюга, зверюга. Со мной путешествует котенок Гав, моя охрана и талисман. И впереди нас такая дорога, уходящая вдаль. Съезжаем в какую-то долину. Да, вот это спуск. Первый населенный пункт сегодня у нас деревня Басовка. Много-много заброшенных домишек. Тоже весь заброшенный дом. Без окон, без дверей. Тут колодец прямо на дороге. Набираем водички колодезной. Она там глубинющая такая, 15 метров где-то. Рома опускал, уже устали ждать, пока опустится. Сейчас только она начал поднимать ее наверх. Минута вниз, минута вверх идет. Ого, там бездна. Ого. Да там метров 25, точно 30, наверное, глубина. Вот что значит маховик, да? Легко крутится. Вот, вон он. О. Пи-пи-пи, пищит. Смешной. Суслик куда-то спрятался, а? Вот его нора. Дорожку себе натоптал. То есть насколько здесь дикие места, что здесь... А, вот еще у него выход, наверное. Ага, вот еще один выход у него запасной. Во, еще какая нора огромная.
Заяц поскакал настоящий. Вот это дичь. Ребята на горку карабкают сейчас. Подъем только закатываем. Да, закатывают. Женя бежит мне, блогеру, помогай. Сейчас пока Женя катим, здесь решили, что это был не суслик, а сурок. Потому что они вроде бы как больше размером. Да, суслики меньше размером. Ну, короче, снимаю, пока норки, и тут заяц выбегает из кустов прямо рядом и побежал на гору. Но это значит, мы в таких местах идем, где еще животные живут в первозданной природе. Ух, какая красота! Здесь березовый лес, и по опушке вот дорожка, мы по ней катим. И у нас весь маршрут был запланирован по таким дорожкам, но нам погода тогда не улыбнулась. А сейчас она все просохла, едем как по асфальту, ну просто в такой красоте. Леса выехали, здесь прям много-много везде кусты дикой сирени. Запахи, девочки говорят, стоят. Она и пахнет, и я нашла трехлистный. Сейчас буду есть и загадывать желания. А что, они съедобные? Ну, нужно загадать желание. Съесть вот такой трехлистный. Все, я загадала и съела. Цветочек. Я тоже загадала и съела. А я тогда загадал желание, было, ну так их есть прям. Жука не съел вот этого. Да, не, жука мы спасли. Они кисленькие, скажу, цветочки. Очень дикие места заехали и встретили ребят-велосипедистов с Павловска. Они сейчас нам по дороге консультируют. Сколько глаз положить, ни одного населенного пункта. Вот такие барельеф, поля, лесочки. И удивительно, что здесь кто-то еще может на велосипедах кататься. Съезжаем с дороги, у нас обидный перерыв. Быстренько организовали пикниковую поляну, тут растянули скатерку, тент. Мы используем как тент для накрывания велосипедов, так же как скатерку для таких обеденных перекусов. Такая живописная дорожка, тополиная аллея. Но правда подъем, тягуночек небольшой. Пару дней назад вдоль дороги росли сосновые леса, а тут дубовые такие глухие леса, огромный здесь массив. Смотрели по карте, огромный массив. Въехали в деревню Саприна. Ребята говорят, иди посмотри, там памятники. Вот здесь такой памятник. Основатель первого в мире социалистического государства Владимир Ильич Ленин. 1870-1924. В идеальном, кстати, состоянии и отремонтированный. Ну, сейчас в магазинчики заскочили, дальше сейчас едем. Завтра поезд, поэтому мы сейчас едем в направлении города Россош. Ребята проскочили поворот, а я вот увидел церковь. К ней шла такая проселочная дорога, увидел. Просто стоит в поле потрясающей красоты. Такими колоннами, звонницей, купол. А вход заложили, вход заложен. Красота неописуемая. Вот эти колонны, вот эти арочные окна, все так кирпичик к кирпичику подогнано. Восхитительно. Снова выехали на грунты, они в идеальном состоянии, такой прям как по асфальту катятся. Эх, какие у нас сегодня дорожки, а! Едешь и радуешься, да, Жень? Сегодня наш заключительный лагерь в этом походе. Мы поставили вот так среди перелесков, среди полей такой. Ну, нам понравился такой простор здесь, закат был красивый. И сегодня у нас по плану подведение итогов похода, вечер воспоминаний. Потому что мы уже забыли, где мы ночевали, какие у нас там были, какие красоты, какие эмоции, что мы кушали, что мы обсуждали. Каждый участник вспоминает, что-то там дополняет. Как бы мы прокручиваем весь поход, хронологию всего похода. Мы понимаем, что все было классно. Завтра полдня, мы должны доехать до Россоши. Мы где-то здесь в пригороде встали, нам километров, наверное, около 30 завтра проехать. В 5 часов будет поезд. В такой мы природе. Из палатки нас выкурило солнце. Давай, закидывай. Не, выкурило оно Настю, потому что она лежала прям совсем под солнцем. Сегодня у нас паста болоньезе. Мы уже сделали соус, сейчас варим макароны. А вот и выглянуло солнышко. Закат, да, закатик? Медалью награждается турист, проехавший не менее 300 суровых километров красивых троп вдоль реки Дон, сохранившему стройность и грацию отказанных блюд и застолий и показавшему чудеса выживаемости в трудных походных условиях и свой неунывающий характер. Медаль выпущена ограниченной серией 12 штук, что говорит о ее ценности во вселенском масштабе. И на вершине, где воспаряют только соколы. Спасибо. И знакомились с местным населением в виде продавщиц.
Участник велопохода Дон Поехавший. В походе мы используем вот такие рации Baofeng UV5R. Хватает нам зарядки на 3 дня полных. Вот мы едем, постоянно она включена, мы переговариваемся. На группу из 12 человек у нас 6 таких раций. Очень удобно, когда хотя бы у каждого второго есть рация. То есть мы где-то уехали, вот вчера я отстал там съемку, производил церкви. Вот она как раз очень сильно пригодилась. Километров на 5 она ловит. Берем с собой еще, чтобы заряжать, зарядный такой стакан, провод. И от USB, от этого, от пауэрбанка заряжаем аккумуляторы. Хорошая, удобная штука в походе. Заключительный день похода. Сейчас едем на вокзал в Россош, откуда у нас обратные билеты до Краснодара. Ночевали в живописном таком месте. Здесь осиновая рощица. Вот трепещет осины на ветру. И такие пейзажные возвышенности, холмики. Все, мы оставляем порядочек. Сейчас собираемся быстренько. У нас был сегодня ранний подъем, ранний завтрак за нами. Как всегда, стерильная чистота. Кострище мы вот так задерновали. То есть следов жизнедеятельности человека не будет. Вот и Россош. Нам направо, заключительный наш отрезочек. Сейчас уже по асфальту финиш нашего похода. Поселок Архангельск есть в Воронежской области. Мы сейчас его проехали попутно. Сегодня прям прекрасный день. Сначала по полям мы ехали все время вниз, вдоль прудов. Теперь по трассе еще попутный ветер. По трассе тоже вниз. 90% у нас сегодня спусков. И еще и когда это попутный ветер, это вообще счастье. А это здесь сидят гусята. Кто гусята? Смотри, майор. Вы гусята? Майор. В поле стоит на столбе Жигули. Это памятник ничему или памятник автопрому? Вообще непонятно. Как удачно, прямо на въезде в городе Россош. Мойка самообслуживания. Сейчас велики помоем, потому что будет эстетично, если они в поезде будут ехать чистыми. И все в один бок загнали. Юля уже оплатила моечку. Начинаем мойку. Ну, велосипедики тоже любят чистоту. Слегка грязь сбили, чтобы на людей не сыпалось в третьих полок. Но они у нас пленки будут, но все равно. Все, едем дальше. Вот мы и в Россоше заехали в парк. Он украшен уже ко Дню Победы. Из динамиков раздаются песни времен Великой Отечественной войны. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Потом. Расположились на полянке. Нам надо продукты закупить, поезд. Ну и пообедать какими пирожками. Прибулка второй платформе. Вот так пакуется велосипед. Пленку. Велосипед только опустить сиденье, повернуть руль, привязать колесо к раме. Мы делаем это из спаннерной резинками, которые у нас идут для протяжки рюкзаков. И все, и потом обматываем пленкой. Все, спокойно лезть на третью полку, никому не мешает.